Здравствуйте, уважаемые товарищи. Меня зовут Дегтярев Денис Борисович, врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук. В последнее время мы только и слышим, как вывести Россию из тупика. Где же выход из тупика, в который Россию привело, так сказать, нынешнее правительство? Ответ достаточно простой. Выход из тупика находится там же, где и вход в тупик. Вот надо понять, где мы вошли в этот тупик, называемый капитализмом, и двинуться в обратном направлении. Где выход из капитализма? Выход капитализма, как учит нас Карл Маркс, это социализм. Это восстановление советской власти, это обобществление средств производства, это восполнение общественных фондов потребления, это, наконец, переориентация всего производства с получения прибыли для отдельных лиц на обеспечение благосостояния и полного свободного всестороннего развития всех членов общества. Но не надо думать, что буржуазия просто так отдаст то, что она отобрала у народа, то, что было завоевано нашими прадедами и дедами, то, что отдали наши отцы, отдали без боя фактически. Только некоторые, сознательные люди боролись против реставрации капитализма. Но сейчас мы должны приложить все усилия для того, чтобы свернуть с этого пагубного пути. Прежде всего, мы должны вооружиться знаниями. Буржуазия сильна тем, что хорошо осознает свои классовые интересы. Как говорил Ленин, буржуазия является самым сознательным классом. А вот мы, трудящиеся, к сожалению, не всегда хорошо осознаем свои интересы. Для того, чтобы их осознать, мы должны изучать единственную идеологию истинно пролетарскую – это марксизм. И изучать его можно, конечно, самостоятельно, и, безусловно, взрослые люди прежде всего учатся самообразованию. Но большим подспорьем является занятие в Красном университете. Поэтому я призываю всех, кого не устраивает нынешнее положение вещей, записываться в Красный университет, учиться и вооружаться знаниями. Знание – сила.